Здравствуйте. Сегодня хочу показать вам второй этаж. Там начинаем теперь внутренние работы. Сегодня Ромка хотел вставлять уличную дверь уже, но поскольку его вызвали на работу, я буду одна. Вот здесь он подготовил, будет вставлять. Здесь ему пришлось заново заливать. Вот здесь такая чудо-лестница, по которой я должна ходить. Напишите в комментариях, чтобы мастер Ромка построил маме хоть какую-то новую лестницу. Вот здесь у нас такая была от соседей прежних. Чудо-дверь. И заходим в дом. Так. Так мы зайдем. И вот в таком состоянии нам достался этот домик. Ну, мы здесь уже поставили новые потолки. Успели. И окна вставили все. И вот эта стенка, это уже Рома поставил временную стенку с дверью. Там мы на той половине уже начали жить. Вот, я вам немножко покажу. Весь этот ужас. Так, здесь у меня, правда, собачки живут. И поставили временно здесь обогреваться вот такую печку. Ну, мы здесь ее совсем немножко, надо протопить немножко. Так это, я думаю, даже на лето хватит. Так, окна пока у Ромки закрыты тоже бумагой. И вот в таком состоянии весь дом. Здесь, ну, здесь уже потолки полностью все сделаны. Обои вот такие. Но это обрывало, это Роман делал, конечно же, потолки, все пообрывал. Но вот такие вот, это этим обоям, я не знаю, лет 30-40, наверное. Вот такая черень, тут вся плесень была. Вот здесь вот они молодые, мастерили такой ремонт. Какой-то здесь проем был. Здесь дверь у них была. Здесь вообще, по идее, это здесь такие шкафчики вставные какие-то были. Но они этот выломали и проходили из комнаты в комнату. Здесь печка была. В этом проеме тоже была печка. Здесь такой старый дом, планировка такая ужасная была. Вот. Эта комната, здесь у нас уже, конечно, стройматериалы лежат. Вот эти двери вставные. Это две. У нас два входа с этой стороны. И также параллельно идет. Ну, здесь у нас этот материал тоже. Вот здесь вот эти углы. Видно все, как насколько обои старые были. Старые, грязные. Все, я не знаю, туда будет видно, нет. Вот это вот все такое вот ужасное. Такие стены тут грязные. Это здесь жила молодая девушка, 22. Ну, она уехала, ей 24 года, наверное, было. А с 18 лет она вот здесь, в этом доме жила, вот так, родила здесь ребенка. С молодым человеком. Это дом вообще молодого человека был. Ему от родителей достался. И вот так вот они жили. Вот тут все видно, видно, видно. Так вот молодые жили, родили здесь ребенка. Вот такая вот дверь у них была. Вот. Я сейчас покажу. Вот такая дверь. С маленьким новорожденным ребенком они здесь жили. Вот, и сейчас на второй этаж пойдем. Романа нету. Ой, здесь такая лестница старая еще, если видно будет. Но у нас тут, конечно, тоже теперь хлама так много, пока этот ремонт, стройка. Вот. Да, это моя тут телевизор. Выключу. Так, вот здесь лестничную клетку. Я не думала, что так у нас тут ремонт будет. Я думала, немножко делаю, крашу, чтобы чисто было хотя бы. Но потом все изменилось. Мы полностью крышу вот новую тут делали. Вот, и поэтому
и фасад, и то, и все. Внутри у нас пока вот... И вот здесь вот ихняя половина, второй этаж, вот это вот все ужасные такие обои. По-моему, даже вообще у людей такого не бывает, как вот нам такое досталось тут. Вот, но сейчас тут тоже Романа материала много, и вот он фасад делал. Вот это вот все, этот материал, лишнее все куски. А тут мои банки. И овощи, тут лук мой еще стоит, свекла. Ой, это мусор, что-то я не выбросила сама. Вот, и вот здесь вот такой вот, все ломается, все. И я проявляю, как всегда, свою инициативу. Надо Ромке помочь и разобрать здесь весь этот хлам. Вот, я тут уже начала разбирать, как это все разобрать. Тут у меня то, что в печку пойдет. Это куски этого пенопласта, он, по-моему, называется. Вот, это ему не надо, а мне, наверное, все надо. Там всякую ерунду для сада делаю. Вот, и вот здесь вот эти доски, там пленка. Как-то все так навалено осталось, потому что крышу делали. Это такая работа неумоверная была, как я это все пережила. Я вообще сама себе удивляюсь. Вот такой вот старый дом в таком состоянии, что это просто ужас. Ну, в общем-то, здесь работы уже на втором этаже внутренние. Глаза боятся, руки делают. Ничего такого страшного. Вот здесь такие у нас балконы. Чудесные. Вставили новые двери уже балконные. Окна, все это новое. И вот у нас с этой стороны в окно прямо сад в сад идет. Так. На балконе не особо постоишь. Я думаю, в камеру видно. Вот. А с другой стороны у нас, конечно, балкон. И Рома сделал такой большой у нас балкон. Сейчас я покажу сначала все это. Здесь три окна на крыше будет. Ой, сейчас я отсюда так проберусь. Ну, конечно, кто строит, тот понимает, что такое стройка. Еще мы здесь и жить при этом должны. Уже так. И вот здесь вот у нас еще один балкон будет. Ну, здесь Рома сделал балкон. Очень-очень большой, такой шикарный. Мне так нравится. Ой, там ветер сегодня, дверь как бы не хлопнула. Вот такой вот огромный балкон. Как тут? Ну, здесь сейчас еще эти... Сетка эта наша болтается. И на эту баню. Это наша баня. Эта баня, это была колхозная. Общая баня. Вот мы этот участок купили. Вот этот пруд со второго этажа. Это наша такая территория. И туда наш вот огород мой, парник и вся наша туда территория. Здесь, конечно, сидеть будет на этом балконе хорошо. Тут проезжая часть, но у нас тут мало ездит машин. Так. И вот я начну... Ой, обратно войти. Все, один день разберется, все вроде по местам, все хорошо, все вычищается, потом начинаются ремонты. Ой, здесь и мои цветы, и ремонты, и опять все это накапливается. В общем, сегодня пока Роман на работе, я приступлю. Надеюсь, что сделаю ему хорошо, хотя заканчивается иногда это, а зачем ты это сюда положила, зачем ты это сюда. В общем, не знаю, но особо хуже не будет все равно. Вот, потому что он здесь еще будет утеплять здесь пол, эти между вторым и первым этажом, полы, потолки. В общем, так вот.
И здесь я еще хочу вот этот стол освободить, весь этот такой строительный тут ромкий стол был, и сделать себе место, мастерскую. Я люблю там всякие эти поделки из цемента делать, в общем, из пенопласта, из всего-всего-всего. И мне надо тоже место. Меня из дома выгоняют с первого этажа со своими красками, со всем этим. Вот, и поэтому я здесь хочу себе разобрать и сделать здесь себе мастерскую. Вот. Ну и посмотрим, чем это закончится, что у меня получится сегодня. Так, ну вот, что у меня получилось после моих стараний. На это у меня ушло часа 3. Может быть, побольше, 3,5. Так, и вот сил больше у меня нету. Я очень устала. И так прошел мой выходной день. И посмотрим, что на это скажет наш Рома-строитель. Так, вот, ну, единственное, я не успела вот этот стол разобрать. Здесь эти от старой печки такие эти железяки очень тяжелые. Но это ничего, это я уже разберу. И вот это вот помещение. Разобрала все доски. Ну, поставила их, конечно, пока здесь. Я не знаю тоже, куда их, чего. Хотела их вообще здесь вдоль стенки положить, но здесь такой этот мусор после того, как крышу делали. Может быть, когда-нибудь у меня будет еще трудовой порыв, и я все это уберу. Вот, но я и так молодца. Лена молодца, да. Вот. На этом сегодня я свое... Ой, тут собаки довольные, собаки довольные. Свобода у собак. На этом я сегодня все заканчиваю. Свою съемку. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.